Приветствую, друзья мои! С вами Антонина. И сегодня мы в городе Самаре пришли в Ашан. И к большому удивлению мы попали в мир сказки. Ашан уже приготовился, подготовился к Новому году. И встречает нас вот с такими красивыми, нарядными елочками, иголочками. Деда Мороза вот такие красивые стоят. Вот это красота. И у них сейчас идет полный, скажем, подготовки. Выставляют товар. Ну так красиво. Я вот хочу покрутиться, походить, посмотреть и показать вам вот такие роскошные, шикарные елочки. Уже по праздничному настроение уже совсем другое. Когда попадаешь в вот такой мир сказки, настроение тоже меняется. Когда встречает вот такой симпатичный снеговик. А красивые такие украшения можно здесь подобрать. Вот такой цветочек стоит 117 рублей. Маленькие колокольчики 4,95 рублей. Здесь их можно тоже подобрать. Цена 5 рублей. Но я видела сейчас, как мужчина тут набирал. 55 рублей, 30 копеек. Вот такой большой шар. Но здесь все шары, конечно, не покажешь. Очень красивые, нарядные. 55 рублей, 30 копеек. Вот такие большие шары. Такой шар 8 рублей. Это Самара, это Ашан. Но я не буду тут сейчас каждый шар рассказывать цены. И цены, конечно, вот 24 рубля. Вот в корзине лежат 24 рубля шары. 24,60. И каждый по-своему красив. Просто хочу показать украшения, как здесь. Хочу показать вообще все полочки. Здесь уже вот можно 321 рубль. Вот такие елочки. У меня такие елочки есть. Покупала в фикс-прайсе в прошлом году. Такие вот 403 рубля. Красивые снегурочки. 863 рубля снегурочка. Вот мы здесь попали, вот такого здесь все красного цвета. Мишура красного цвета. Елочные игрушки красного цвета. Здесь дальше смотрим целый ряд. Сумею я сейчас быстро пробежать. Но очень красивые приготовления новогодние. И экибаны вот красивые висят тут. Ну, не знаю как. Но вот этот ряд очень шикарно красивый. Такая елочка. И украшения тоже. Вообще вот такой шар красивый. Нарядно и празднично. Собачки. Привет, собачки. Скоро пойдете к детишкам. В подарочки пойдете. Ну, у них вот цены. 493 рубля. И так далее. Так. Смотрим красоту дальше. Украшения елочные. Здесь у нас оформление уже, как говорится, праздничного стола. Тарелка вот такая красивая, красная, 229 рублей. Угу. Значит, это глубокая. И есть вот такая плоская, тоже 229 рублей. Ну, если даже в набор по 6 штук брать, конечно, получается дороговато. Салатники, подносы. Ну, в общем, мы попали здесь, пока здесь все красного цвета. Здесь у нас дальше золотистого цвета. Комплекты здесь подарочные, вот можно уже купить. Здесь полотенце. Это у нас вот... Так, это у нас
не смогла даже размера увидеть. В общем, покрывал этот почти 2000 рублей. Ну, не почти, а 2000 рублей. Вот. Это у нас серебряный ряд идет. А мишура такая необычная. 159 рублей. Прямо вот под снег. Здесь все под снег. Серебристый ряд. Ой, как здорово украсили здесь в Ашане. И у них еще вот сейчас подготовка вся эта такая идет. Обязательно на следующей неделе приеду. Потому что там у них уже написано, что с 1 ноября бум. Так, обвал цен. Вот там я вижу уже на... Если вы видите, то вот со следующей недели, значит, будут скидочки. Ой, вот чешуя такая красивая. Елки. Мы здесь попали в золотой ряд. Если здесь папоротник золотой, значит, в золотой ряд попали. И мишура вся золотая. И игрушки все золотые. Глаза разбегаются. Но очень привлекательные бабочки здесь вот висят. Это был золотой ряд. Дальше у нас там какой ряд будет. Ну и тоже и посуда. Видите, вот здесь посуду скомплектовать тоже можно по цвету и как, ну как, кому как подходит к вашему интерьеру. Здесь все как не ряды, а как-то скомплектовано по цвету. Мы заходим в другой. Здесь, ой, какой, ну, лосяш, где твое второе ухо? Давай я тебе поправлю. Вот, настоящий лосяш. Вот здесь, видите, здесь подарки все по цветам. Здесь со мной гуляет сестра Ира. Это мой супруг. Там вот еще супруг Иры. Мы с целой командой приехали сегодня специально посмотреть, прогуляться по Самаре. Здесь другого цвета мишура. Так здорово. Ну, ты что хулиганишь? Вот это вот, это вот, это, между прочим, у нас символ года. Посерьезнее отнеситесь к символу года. Строго. Пойдем дальше. Посмотрите, елочки какие красивые, нарядные. Игрушки. В каждом ряду вот все что-то вот по-особенному украшено. Вот. И я сюда бабочки смотрю, красивые бабочки. Вот здесь такая елочка, и игрушки уже здесь другого цвета. Зеленый. Мишура. Покажем. Я иду медленно. Сама любуюсь, вот вам показываю. И в каждом ряду, скажем, вот разнообразные игрушки, но они не повторяются. Вот сидит он, ангелочек с крылышками. Вот такие вот сапожки. Вот они стоят. 990 рублей. Но все по-праздничному, все по-праздничному. И вот по разного цвета везде. Везде корзина с игрушками. И цены, посмотрите, 55-30. 16 рублей. Ну, вот этот вот красивые золотые 70 рублей. Это, видимо, вот самые дорогие. А так, скажем, здесь 16 рублей. Ага, вот 71 рубль. Ну, вот такие вот украшения подобрать. И тут же можно вот уже к столу подобрать как нужные предметы и уже по цвету. Здесь вот стаканчики, тарелки уже, скажем, ну, бело-бежевого цвета, что ли, вот так. Мышка, привет. С ангелочком стоит. Вот символ года, год белой крысы будет. И здесь даже вот такой вот прихват есть с красивым сюжетом. И посуды, и полотенца, в общем, и подарки, и украсить елочку. То есть здесь уже мы попадаем
зеленый цвет, посмотрите, даже малахитовый цвет. Ах, как я люблю такой цвет. Цена 1500. Ну, тут от размера, который больше размер, 240 на 220, вот у меня как раз покрывал нужен такого размера. 3400. Ну, дороговато, конечно, 3400. А так мягенький, хороший. По типу флиса, что ли. Вот символом года подушечка. И нарядная елочка. Конечно, здесь в коробках очень дорогие шары. Но это, наверное, ручная роспись, может быть, даже. Но мы их пока да не будем разглядывать. Хочу пройтись по всем рядам, чтобы было видно, что здесь все как по цветам подобрано. Цвет такой, цвет такой, цвет такой, цвет другой. Там зеленый. И шары 28 от даже не могу сказать, там же и по 16 рублей были, и 28, и 93, вот в зависимости стекло или такие вот 78 рублей шары. И здесь пройдемся. Вот здесь уже сидят у нас кролики и снеговики. Ну и посуду, соответственно, другого цвета. Даже здесь вот с таким новогодним сюжетом. И там дальше. Мне так понравилось. Я даже не ожидал, что попадем сегодня в Самару. Просто собрались случайно и решили съездить. Ну и здесь уже вот гирлянда. Отдел с гирляндами. Тут уже разукрашивает. Гирлянды вешает. Ну вот так, может, цену хотя бы посмотрите. Ну все, дальше у нас отдел банный пошел. Здесь вот такой классный Дед Мороз. Вот такой длинный ряд украшен новогодними игрушками, подарками. И все ряды, как говорится, чтобы обойти, нужно много времени. Здесь наклейки, наклейки красивые, кто хочет украсить. Вот, тоже очень красивые наклейки. И здесь еще у нас вот такие, вот такой золотой Дед Мороз. Тоже люблю вот такие игрушки. А цена, если сейчас найду цену. Ну, вон написано 255,90. Там даже Дед Мороз и Снегурочки есть, ну и подешевле есть. Вот, то есть как бы подготовиться и подобрать подарки вполне реально. И здесь вот тоже игрушки красивые. Дед Мороз. Ох, какой красивый, важный. 1600 с фонариком. Ну, какой красивый. И Снегурочка нарядная. Символ года вот на сундуке. С копилочкой. 288 рублей. И вот так. Сладкого Нового года. Красивая мышка такая в красивом платьишке. Ярких впечатлений. Здесь что у нас? Ну, здесь везде символ года с сыром. 47 рублей. 47,50. Ну, здесь вот с календарем. В общем, подарочки здесь не очень-то и дорогие. Тоже можно выбрать. Вот это вот к Рождеству 934 рубля. Вот такой Санта-Клаус на канате. Подарки можно подвесить и уже прикрепить подарочки. У кого есть камин,
Пожалуйста, вот такой вот Санта-Клаус здесь. И шапка есть большая Санта-Клауса. И есть валеночки. Вот. Уже подарки. 69 рублей. Носок. А здесь мешок 51 рубль. И внизу вот и валенки. В общем, так здорово. Я с удовольствием гуляю. Я радуюсь, наверное, больше ребенка. Уже чувствуется здесь праздник новогодний. И очень красиво. Это магазин Ашан, это город Самара. Вот я пробежалась по ряду, торговому ряду новогоднему. Он очень длинный и очень много всего, скажем, товара новогоднего. Я так быстро-быстро бежала. Хотя бы чуть-чуть представление имеете, что здесь в Самаре можно приобрести к Новому году и желающие. Если кто хочет приобрести, посмотрите, какой шикарный экибан. Венок шишек 944 рубля. 1000 рублей. Но красиво. Но красиво. Всем пока! С вами была Антонина, и мы сегодня были в городе Самаре, Ашан. До новых видео! Пока!